Всем привет! Я знаю, многие не оценили видео рыбалки, но тем не менее, там около 10 тысяч человек оценило, поэтому для вас и продолжение, и для нас, собственно, да, нам понравилось. Мы начали ходить практически каждые выходные на рыбалку. В этот раз я вам покажу немножко рыбалку и расскажу немножко детальнее, да, что, во-первых, нужно для рыбалки. Нужна лицензия, да, она стоит... Сначала все делается онлайн, аутдор карта такая, а потом от нее уже покупается лицензия. Два вида, там разница буквально в 5 баксов, спортивная или обычная. И насколько я помню, отличие буквально только салмона можно ловить на одной лицензии 2 штуки, на другой 5. Я вряд ли поймаю хоть одного, поэтому я взял, которого 2 дешевле, там на 5 баксов. Вдруг поймаю 2, увеличу лицензию, хотя честно не знаю, как это контролируется. Что еще нужно для успешной рыбалки? Еще нужно такое приспособление с собой переносное, с таким мяском, как я вам и анонсировал, да, что мы ездим, мы, для нас это первым делом природа. Погода, природа, маленькая такая переносной гриль. Что еще нужно для хорошей рыбалки? Это, конечно же, холодненькая корона. Это тоже необходимо. И вот так. У меня сегодня жена поймала первый раз свою первую рыбку. Карасика. Я вам сейчас их покажу. Так, со спины, чтобы они меня не видели, потому что я не показываю свою семью. Вот так вот наш уловчик сегодня. Идите сюда. Это при том, что мы двух маленьких отпустили. Они были совсем маленькие. Поэтому кто скажет, что это маленькие, то вот смотрите. Иди сюда, какой ты шустрый. Какой шустрый. То есть он довольно-таки не маленький. Как ладошка. Вот второй даже, наверное, чуть побольше. Вот так вот. Короче, два карасика. Более того, я вам покажу, что нам, как я и говорил, понравилось. Поэтому на следующий же день мы поехали, когда на рыбалку, то я уже обзавелся дышком, который... Кстати, вон и карта моя лежит, да, это outdoor карт, которая, ну, разрешение. Я ее в пакетик сложил, она там лежит. Вот такой сундучок у меня теперь есть. Так складывается все, в общем, как у серьезных рыбаков. Вы видите? Ну, еще, конечно, его начинают дорабатывать. Самое главное, что он уже есть. Так. Вот так я теперь хожу, а не с пакетом. Так. Это наши червяки. Дочка ловит что-то. Вот такое видео. Скоро здесь будет красота. Знаете, на кто-то писал, да, что рассказываю про дальнобой, канал про дальнобой. Я хоть раз сказал, что канал про дальнобой. Канал о том, как я меняю свою жизнь. Я с самого начала говорил, с самого начала, с первых видео, что я буду, я уеду в Америку, я покажу как, через дальнобой. Я покажу, как это в Европе стать дальнобойщиком. Теперь как здесь, канал о жизни. Если бы я хотел, я бы назвал его как-то дальнобой какой-то там. Нет, это канал о жизни. Выпрыгнула. Ах ты, гадость такая. Чем тебе не нравится в нашем ведерке? Ух ты какая, а? Давай назад. Вот так вот. Рыба выпрыгнула. Я сегодня, блин, бери, хоть открывай ремонт катушек. Я, кстати, сегодня, ребят, полностью разобрал катушку. Все, все, абсолютно от начала до конца. До каждого винтика. Потому что что-то пошло не так. В общем, она перестала работать. Это не к тому, что я мастер на все руки, а к тому, что, блин, даже пришлось первый раз что-то делать. Понимаете, это... Ну, это жизнь, это обычная жизнь. Это уже не месяцами в машине. Нет, ты просто уже живешь. Тебе есть и жизнь, и работа, и отдых. На следующих выходных поедем на пляж, я вам покажу. Здесь
теперь в такие моменты начинаешь задумываться, он как скамеечки, лавочки, у кого-то дом. Вот, вот это домик. Кстати, очень много мелкой рыбы, которая мешает ловить большую. Я вам сейчас, наверное, покажу. Это дочкина удочка. Сейчас я вам покажу, если будет. Вот. Вот, смотрите, сколько. Вот это вот такая мелочь на мизинец. Я надеюсь, вам видно. Такая мелочь на мизинец, блин, клюет, срывает червяков. Ну, естественно, ты ее отпускаешь. Вау, ничего себе у нас тут. Вот что мы не взяли, так это то, чем переворачивать. Слава богу, мы хоть взяли вилки. Вилки взяли, у меня один кусочек курицы, и он походу пострадал больше всех. Угу. Ну, мы решили, что в этом году, кстати, мы уже не будем делать, покупать себе гриль большой, купим себе уже как подарок свой дом. Я все думал, что кроме переносного куплю еще домой домашний, как у нас был в Виннипеге, но это не необходимость. Даже знаете, мне насколько интереснее записывать такое видео, потому что, ну, я же знаю, что эти видео смотрят там друзья, родственники, это не смотрят, не смотрят, конечно, в маленьком количестве какие-то люди, которые, ну да, потом напишут, какой, как я неправильно делаю мясо, неправильно готовлю, неправильно, я не знаю, одеваюсь, разговариваю, выгляжу, что угодно. Но их все равно меньше открывают такое видео. Поэтому я сейчас так с вами записываю, а по факту как разговор, как онлайн, я не знаю, я уже, наверное, просто привык, потому что я записываю видео часто. Наговариваю, разговариваю. И вот... просто такое себе, наверное, позитивное. Что еще интересного, к слову, просто о домашнем. Знаете, я вам сейчас не покажу, мы с собой эти коробки не брали. Шоколад сейчас кушаем швейцарский. Покупаю в Duty Free $27, 360 грамм, железная коробочка. Он офигенно вкусный, вы скажете, ну ты идиот, да, 27 долларов, 360 грамм. Но я не идиот, на него 90% скидка, 90%. Давайте я пока накрою. Я привез 10 коробок за $27, так как стоит одна по цене одной. Я не знаю, наверное, если показывать, что это, да, все-таки, то это будет считаться, что я типа показываю алкоголь, но, кстати, это ситро. Буду пить ситро. Пока семья занята рыбалкой, я посижу с вами, поговорю. Такие моменты сидишь и задумаешься вообще серьезно, когда думаешь, как-то работать не хочется. Тишина, спокойствие, семья, рыбалка, отдыхаешь, все, что нужно еще. Чуть-чуть денег для проживания, как-то даже мысли нет, знаете, надо побольше поработать, потому что что-то, я не знаю, как оно так у людей. Ну вот вы, скорее всего, кто смотрите такие видео, вы, наверное, понимаете, да, что как бы ценность семьи, но... далеко не все понимают. Ой, хорошее ситро. Мне нравится. Пойду, наверное, еще порыбачу. Покажу вам потом в конце, что мы все-таки наловили. Вот. Не в таком формате, как я записываю видео всегда. Просто беседа со своими хорошими зрителями. Кто скажет, я пьяный? Нет, абсолютно. Я сделал первый глоточек своего ситра. Так что ситро, ситра. Так что абсолютно нет. Кстати, я выставил сегодня фотографию в Инстаграме. Кому интересно, ссылка под каждым видео нашего первого улова. Это была вот такая вот пиндюрочка такая на раколовку. Поэтому, естественно, мы его отпустили.
поэтому никакого ему даже вреда не причинили. И решили приехать вечером, попытать еще счастье. И как вы видели, уже хотя бы две рыбки просто можно будет поджарить, потому что кто спросит, буду я их забирать или нет. Да, буду забирать. Мы, во-первых, рыбу любим, едим. И, во-вторых, своя рыба, она как трофейная, ее немного, ее гораздо приятнее кушать. Завтра на работу, но завтра я начинаю всегда после обеда. И завтра мы едем на клубнику. С утра поедем на клубнику, как бы в поле. Я двум людям здесь сказал, мне двое говорят, они проще пойти купить в магазине. Как бы видите, у всех разные приоритеты. Для нас это как бы времяпровождение. Пойдем с утра, жарко особо не будет. Градусов 20 может будет утром. Ну как с утра, часов 8. Пойдем, пособираем клубнику, я вам покажу, расскажу. Потому что мы сами в Онтарио не собирали. Я делал такое видео в Виннипеге, но здесь мы этим не занимались. Ну, не знаю, да, покажу вам, чем это закончилось. Возможно, это все, что мы поймаем, потому что я ушел к мясу, но будем посмотреть. А вообще, ребят, вы напишите сейчас, как вам такая товарищеская беседа. И именно этих зрителей, да, я хочу спросить, что как бы, если вам интересно, давайте сделаем онлайн, можно. Я почти каждые выходные, да, блин, наверное, почти каждые выходные я дома. В субботу или в воскресенье можно вечером поговорить, посидеть онлайн. Ну ладно, ребят, у меня тут мяско, давайте я вам даже покажу, потому что оно приукрасилось и стало красивей. Уже немножко поярче, да, выглядит. Вот так вот. Малыша поймала, будем сейчас опять его отпускать. Вот такой. Я хочу тот перекинуть. Не успел отойти, еще одного поймали. Поправляй червяка, бери, доца, бери, выкидывай. Бери его хорошенько. Он сейчас будет дергаться. Воду. Не в ту сторону, чувак, не в ту сторону. О, все, поплыл. Все, все, определился. Пусть это нормальное явление. Куча лебедей все-таки. Красивые, какие беленькие. Семейство. Все, вечер. Мы прячемся, потому что комары после захода солнца прям активизировались. Ой, вроде 6 штук таких больших. Ловили очень много маленьких, но всех маленьких отпустили. Всем пока.